непростая игра в плане не футбольном, а в плане психологии, потому что наслоение вот негативных моментов с последних матчей мешает нам реализовать очень много моментов. А игра давалась легко и все проходило то, что задумывали. Остается только убрать два момента, начать забивать больше и не допускать глупых ошибок, как при первом взятии ворот. И все. Идрис Нурадин сегодня играл против, ну, по сути, своей команды. Понравился его действие? Как-то заматерел он вот за то время, пока находится в Сморгоне? Да, понравился. Ну, во-первых, он нам забил. Во-вторых, как по моему мнению, наверное, был самый опасный игрок в составе хозяев. Поэтому не могу за один тайм, что он провел, сказать, заматерел или нет, но выглядел сегодня очень хорошо. Арсений Агеев вышел на замену после перерыва, но потом получилось так, что ему разбили губу, и в поле вышел Головко. Чтобы не играть в меньшинстве последние 10 минут, вышел Головко. Бывало это уже на вашем тренерском опыте, чтобы именно голкипер занимал место вот полевого футболиста? Было, наверное, раза два даже было. Это нормальная ситуация, потому что в чемпионате дублеров разрешены все замены, и понятное дело, что я практически в каждой игре все использую. Но тут такой форс-мажор произошел, и надо было пользоваться этой заменой.